Трещины, провалы и неустойчивое основание. Так характеризует нынешнее состояние деревянного моста через железнодорожные пути жители Немышлянского района. Рассказывают, путепровод, расположенный в конце улицы Прогрессивной, не видел капитального ремонта больше, чем полвека. Каждый день мы ходим через этот мост с ребенком в садик, туда и обратно. Но в последнее время стараемся перейти через линию, потому что, ну, вдруг чего, ну, вот представляете, ребенка я веду и... А зимой мы вообще, ну там мы спустимся, допустим, зимой съедем на попе, а обратно мы не подымемся. По ту сторону моста, поясняют жители района, находятся все социально значимые объекты и транспортная развязка. Это станции метро, а также медучреждения, детсады, школы. Как утверждают люди, с каждым годом деревянный настил становится все более небезопасным. Несколько лет тому назад мужчина здесь провалился в досточку и под ним... Большая доска лопнула, он упал и разбился насмерть. Девушка, соседка моя, провалилась, под ней лопнула досочка, она провалилась. Все. Человек ходит с перебинтованной ногой. Там доски пошатываются и очень-очень страшно там ходить. 80-летняя Клавдия Чуркина вынуждена проходить по мосту несколько раз в неделю. На противоположном конце района покупает лекарства и продукты. Сюда вот костыль, за перила держусь, по лестнице поднимаюсь, потом снова мост и опускаюсь так же. Не знаешь, на какую доску встать. Они все гнилые, они никуда не годятся. Они все гнилые. С просьбой реконструировать мост, утверждают жители Немышлянского района, обращались во все возможные инстанции. Собирали заявления местные жители Немышлянского поселка на имя Кернаса, подписи, и отправляли его приемную. Да. Ну, как бы, вот год прошел, ничего нет. О проблеме аварийного моста, рассказывают в мэрии, знают. Однако путепровод на балансе города не состоит. За южной железной дорогой он также не числится. В администрации Немышлянского района на информационный запрос ответили. Данными о балансосодержателе не располагают. Дерев'яний міст, що знаходиться в кінці вулиці Прогресивної і пролягає через залізничні колії, на балансі адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради не знаходиться. Мост мог быть на балансе промышленного предприятия, которое построило его для удобства своих работников, предполагают юристы. При этом учреждение в обязательном порядке должно было уведомить об этом ЮЖД. В пределах населенного пункта ответственность несет соответствующий орган местного самоуправления в лице специализированной организации, кроме железнодорожных переездов. То есть железнодорожные переезды, они все-таки соотносятся к компетенции либо железной дороги, либо предприятия, на балансе которого такое сооружение мостовое находится, поскольку бесхозного моста, равно как и дороги в городе Харькове, да и по всей Украине, не может быть. Если предприятие прекратило свою деятельность, добавляет юрист, то путепровод на свой баланс должна взять либо ЮЖД, либо горсовет. Пока же местные жители продолжают гадать, в какой инстанции искать помощи. Юлия Семененко, Борис Буцевич, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».